Так, всем привет. В этом видео я хочу рассказать несколько тем. Первое, например, это ни разу не говорил про гастарбайтеров здесь. Да, их довольно-таки, я бы не сказал, что их много, то есть их меньше, чем в Москве, как мне кажется, да, работают в основном, как мне рассказывали, на стройках работают водителями. Вот на маршрутках очень много. На рынках кругом они ну, делают шаверму. И ну, это вот основные, где они чаще, чаще всего встречаются. Да? Но опять же, да, их меньше, чем в Москве, на мой взгляд. Ну или работают, например, знаете, там убирают мусор где-нибудь, да, там дворники, уборщики и вот э, прочие, да, работают именно гастарбайтеры. Поэтому в Москве, в принципе, вот я сколько был, да, ну там вот в охране они встречаются, да, но здесь как-то в охране я их не видел. Вот э, самые масштабные, да, места, где они попадаются, ну, или вот, знаете, какие-нибудь еще магазины есть, да, типа там э, Семишагов, Народный, э, потом Дикси, вот там они тоже попадаются, да. То есть, вот если посмотреть, их э, ну, довольно-таки там, там русских, наверное, меньше работает, чем э, гастарбайтеров, да. Ну, а так вот рассказал, да, то есть, где они работают. То есть везде, куда их берут, в общем. Итак, про временную регистрацию. Здесь вообще про регистрацию, да, что ли рассказать. Значит, гражданам России как таковая при устройстве на работу регистрация не нужна. Ну, вообще она нужна лишь для, как я уже рассказывал, да, наверное, в одном своих видео, кажется, в видео номер два, там я говорил, значит, о том, что ее не все соглашаются делать. но ну, я имею в виду те, у кого вы снимаете да, жилье, то есть, именно, чтобы настоящую регистрацию сделать. А, но ну, многие имеют поддельные регистрации, то есть покупают липовую регистрацию. Но, в принципе, регистрация больше нужна для миграционной службы, для того, чтобы. То есть, у них там учет. То есть, сколько человек проживает, что вот именно ты здесь проживаешь. У меня регистрации никакой здесь нету, ни настоящей, ни поддельной. То есть у меня только регистрация в Курске, все, больше регистрации нет. Хотя у меня есть вероятность ее сделать, то есть, ну, я, в принципе, могу ее сделать. Я собирался этим заниматься, когда только сюда приехал, но потом начался карантин, и в итоге я на это решил забить, что ли, да, так сказать. Ну и как бы времени сейчас у меня этим заниматься нет. А тогда, то есть вот я разговаривал с хозяйкой, да, которая снимаю, то есть да, он говорит, пожалуйста, да, пойдем в паспортный стол, напишем заявление и все. Ну, не знаю, тогда я что-то не стал этим заморачиваться. И сейчас что-то как-то у меня нет возможности. Не знаю, тут времени, что ли, нет. Ну, как-то, в общем, забил я на это. На все. Поэтому регистрацию здесь никакую не имею. А вот. Иностранным гражданам, да, регистрация здесь нужна. То есть вот именно при устройстве на работу регистрацию требуют. Значит, у граждан России, да, значит, что сказать, такой важный момент, да, насчет регистрации, это вот особенно парней касается, опять же, это не везде, не во всех фирмах, не во всех компаниях, но... И у меня подобный случай в апреле был. Значит, работодатель может, пусть даже может сразу, может и не сразу потребовать от вас стать на обязательный воинский учет по месту жительства, то есть здесь. А для этого вам нужно приехать в районный военкомат. Ну, если у меня взять, то это военкомат Московского района. А для того чтобы стать на обязательный воинский учет здесь нужно иметь настоящую временную регистрацию, то есть хотя бы вот временную регистрацию но нужно иметь настоящую. И вот да, у меня был тогда отказ на этот счет, что у меня ее нету. Но это не всегда так случается, да вот именно с этим с постановкой на воинский учет. Но иной раз люди про это говорят, то есть это не какой-то там буквально там единичный единичный случай, то есть ну такое может быть. И вот, и вот у меня, говорю, да, еще раз повторяюсь, это было, и люди об этом тоже рассказывают, что у них тоже такое было. Про Питер туристический, Питер для жизни, да, что ли, сказать, в чем отличие, да. То, что когда сюда приезжаешь туристом, хочется, грубо говоря, все и сразу посетить, много мест посмотреть. А сейчас как-то Вообще этим лень заниматься куда-то. Я практически никуда не ходил здесь, да. То есть, ну, бывает просто, да, вроде куда-то хочется сходить. То есть хочется что-то посмотреть, да, что-то новое, да. А лень. Честно, вот настолько лень, да. Поэтому как-то так. Летом, да, я занимался, можно сказать, изучением города. То есть вот специально куда-то ездил, то есть, условно говоря, куда там туристы не поедут, да, куда там в какой-нибудь спальный район, да, условно говоря. И вот э, просто для того, чтобы изучить город. Да, летом я вот этим занимался, сейчас мне, честно говоря, даже этим лень заниматься, то есть куда-то вот, потому что все-таки, ну, не везде я был. Но, еще раз говорю, лень. А тогда, да, то есть я ездил, как-то подзвучил город, ну, в принципе, запомнил. Поэтому вот так вот. И хочу дополнить видео тем, что... Значит, там некоторых видео есть, да, я там называю то, что Питер типа провинции, показываю какие-то негативные, что ли, стороны Питера, да. Вот, но в целом хочу сказать, что мне здесь нравится, в целом хочу сказать, что город отличный. То есть даже несмотря про те недостатки, про тот раз негатив, да, который я рассказываю там, в своих прошлых видео, да, там где-то говорил. В целом мне здесь все устраивает. Город вообще отличный, хочу сказать. То есть если сравнивать с остальными российскими городами, поэтому как-то так. В принципе хочу сказать, что я доволен на данный момент тем, что здесь живу. И, в принципе, мысли куда-то там свалить, вернуться обратно у меня нет. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока.